Сегодня в Технотрамске фестиваль самого большого пирожного. В Технотрамск едет знаменитый повар на троллейбусе. Пока он едет, он удивляется, какие же в Технотрамске красивые, очаровательные домики. Повар на своем троллейбусе подъезжает к каждому дому и собирает гостей. На фестивале самого большого пирожного уже все собрались. И тут подъезжает троллейбус с поваром. Мэр города представляет повара, который испечет нам это пирожное. Повар пошел в свой троллейбус за продуктами, а он пуст. Троллейбус пустой, продукты украли. Праздник пропал. Повар и мэр решили поговорить, что же им делать. Собралась такая толпа народу, а продуктов нет, что же готовить? Скоро в дело вошли и полицейские. Горохов и Каштанов провели следственные действия в троллейбусе, в то время, пока мэр Кошкин отвлекал людей. В троллейбусе было очень много травы. Повар не знает, откуда взялась трава. Но полицейские уже во всем догадались. Посмотрите на этих людей, как вы думаете, кто ограбил повара? Полицейские задержали садовника, который даже на фестиваль приехал с граблями. Садовник признался, что он украл продукты и спрятал их у себя дома в то время, пока троллейбус останавливался. Полиция на троллейбусе едет к дому садовника, чтобы забрать продукты. Благодаря оперативным действиям полиции, продукты были спасены и повар смог подарить это пирожное городу. Также повар поблагодарил Горохова и Каштанова и решил спечь им точно такое же пирожное в знак благодарности.